Летом прошлого года у 82-летней жительницы Звенигорода появился 32-летний постоялец. Он постоянно занимал у нее деньги и не возвращал. Получив отказ на очередную просьбу, он ударил потерпевшую, забрал юбилейную медаль 65 лет победы в Великой Отечественной войне, документы, деньги и другие ценные вещи и скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий через несколько дней на территорию промзоны сотрудники уголовного розыска Звенигородского отдела полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Установлено, что мужчина был ранее судим за кражу. В ходе обыска у него обнаружена и изъята часть похищенного имущества. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.